Всем привет, с вами девчонка 01, и это новости с ПТС. Посмотрим, что тут нового. Так, у нас есть новая штурмовая винтовка XM8. Ну, от пулемета она отличается лишь емкостью магазина и отдачей. Ну и, соответственно, все модули на штурмовую винтовку на нее вешаются. А в остальном та же жесткая стрельба и... почти то же самое, только звуки чуть-чуть другие. Также есть новая ППшка, которая очень похожа на мини-УЗИ. Так, слабая отдача. И да, очень-очень похожа на мини-УЗИ. Так, но ее можно взять на 1 час. Заметьте, по-моему, раньше не было такого, что оружие можно было бы брать на 1 час. Ну, 26 копеек в час, по-моему, это перебор. Учитывая, что на день она стоит 53 копейки. Копейки, я так называю, кредиты. Не знаю. Ну да, на 3 месяца тоже можно взять. Так. Да, давайте сравним. Так, слабая отдача. И мини-УЗИ. Да, вот. Они очень-очень похоже, причем по характеристикам мини-УЗИ даже лучше этой новой ППшки. Так, а по сравнению с МП-9, ну вы все видите сами. Там стрельбы только, так, и отдача. А вот, и у этой сильная отдача, и темп поменьше, а в остальном, да, мини-УЗИ получается по характеристикам лучше. Так, дальше. Легкие ботинки теперь можно купить навсегда. Плотные ботинки, что с ними? Да, тоже навсегда. И тяжелые ботинки тоже можно будет купить навсегда. А теперь давайте разберемся с гранатами. Белый дым штучный и на время, причем за варбаксы. Заметьте, тут кредиты. Итак, есть красный дым штучный вариант, а есть на время. И также появился желтый дым, который давно есть на китайском Warface. И, в общем, желтый и синий в штучном варианте. Вы спросите, зачем вот два дыма, в штучный и на время? А я объясню, как работают наши карманы. Итак, в первых карманах вы можете класть только гранаты, которые действуют по времени. А вот карман на поясе вмещает в себе гранаты штучные. И сейчас я вам это продемонстрирую. Так, по времени красный дым, а на поясе я поставлю красный дым штучный. Так, давайте, так, здесь я куплю, давайте, желтый дым. А, блин, стоп, он штучный, да, он штучный, ладно, сейчас тогда... Сейчас по-другому. Я возьму белый дым. На время. Где он? За варбаксы. Так, вернемся в карманы. Да, вот белый дым. Здесь на время, а здесь штучный. То есть можно просто обложиться дымом и больше вообще с собой ничего не брать. Ну, не знаю, кто будет так делать. Но, тем не менее, это можно сделать. То есть можно взять и два красных дыма. Так, куда побросить желтый? Куда? А, он вот сюда. Желтый. И желтый. Ну, в общем, да, выглядит, конечно, яйк. Не хотел бы я прятаться в этом дыме. Отвратительно. Не хватает еще зеленого. Было бы вообще полный комплект. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите следующее видео о новой ПВЕ карте. Пока-пока!